посмотрим заставку. Метеориты попали в воду. Ага. Что тут? Метеорите, я сижу, клетка. Все решения, которые вы принимаете, влияют на жизнь существа. Основная задача на этапе клетка – питаться, расти и развиваться. Рост существа виден на индикаторе развития в нижней части экрана. Ага, индикатор развития, все вижу, понятно. Так, как же здесь двигаться? А, ну все, плаваем. Ага, кушает он сам. Можно мышкой, а можно и удобно на клавиатуре. Зеленая это трава, а мы не травоядные. Нам нужно есть другие клетки. Есть одно очко гена. Плотоядная. Ваша клетка плотоядное существо. А чтобы прокормить клетку, охотитесь на мясо. А ну вот еще мяско, кусочек сейчас я возьму. Есть. И мы увеличиваемся в размере. Тут появляются еще другие противники. А, козел укусил меня. Мне нужно срочно подкрепиться. А другие клетки и обломки метеоритов могут стать источником новых фрагментов. Каждый новый фрагмент дает нам новое что-то. Пентаграмма. А мы обнаружили новый фрагмент. Ну понятно. О, нифига, это я обнаружил. Типа, забрать его. Атака и разрушение мы прокачали. О, смотри, я плыву даже быстрее. А, используйте зов, чтобы найти партнера и открыть редактор. А, вижу. Летим к партнеру. А, нифига, партнер-то побольше. И у нас тут произойдет дружба. А, редактор клеток. А для выбора режима пользуйтесь кнопками в верхней части редактора. А, можно окрасить. Давай сделаем его желтеньким. Хорошо. А, можно сделать что-то, глаза. А, чешую выбираю. Ну, пусть такая будет. О, нет, страшненькая. Хотя, пускай пойдет. Описание. А, ладно, сейчас напишем. Один. Первая есть мутанта. О, смотри, вон мутанты летят. Надо срочно пожрать. Нет, 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 он меня сейчас будет жрать. Нет, я успел убежать. Так, здесь мышка, в принципе, не особо там нужна. Опа, бандюга какой-то, смотри. Давай, валим отсюда. Он до меня бежит, да иди нафиг. Мне нужно срочно вот эту моллюску съесть. Опа, я вырос. Так, все. О, вон. Там много всяких червячков. А зачем я сюда попал? Надо было тут там жрать. О, нет, они на меня сейчас охотятся будут. Какие-то тараканы. Так, плаваем дальше. Ой, блин, куда ты? Где-то я застрял. Вот мясо вижу. Маленькие убегают, я их не буду есть. Я всякие вот эти кусочки мяса буду съедать. Сколько мне еще нужно съесть, чтобы увеличиться? О, теперь я могу на этого напасть. Давай, давай, нападай. Ах ты, гад, смотри, меня своими щупальцами хочет убить. Сейчас мы... Ну и чё? Я лучше пока мясо тут поем, которое валяется. Есть контакт. А вот еще мясо. Фига, я такой огромный стал. Ага, смотри, он шипами своими фигачит. Сейчас, подожди, иди сюда. Ага, убегает. О, все, я теперь большой стал. Теперь я их ем
как закуску. Блин, у меня один жгутик на хвосте, поэтому я не особо так и могу. Вот еще кусок мяса. Опа, это большие уже, смотри. Да идите нахер. Давай, нападай. Есть, она съела. Ты гад. Хотел на меня напасть. Сейчас я на тебя нападу. Сейчас я тебе покажу, кто здесь папа. Так, смотри зов, чтобы найти партнера. Где мой партнер? А, это уже пошел. Папа, нифига. Сожрал. Я увеличусь немножко. Так, где же мой партнер? А, вот. В другом месте. Не-не-не. А нет, она все равно больше, чем я. Опять партнер больше. Ми-ми-ми. Так, давайте. Эволюционируем. А, челюсти. Так, вот такие, может быть, сделаем челюсти. О, круто. Так, а зачем нам глаз? Чтобы зрение было лучше. Давай здесь. Ставим жгутики, слишком дорого. Шипы. А, ну все, больше я ничего не могу поставить, да, себе. А давай зрение уберем пока. Шип, атака и разрушение. Ага. Вот здесь шипы и будут у меня стоять. А больше я ничего добавить не могу, к сожалению. Фильтратор. А, это травоядный. Ну, мне не нужен травоядный. Я же не травоядный. Будем охотиться на живых существ. Вот это я эволюционировал. Фига мне клешней сколько. И шипы есть. На меня никто не напал особо. А, вон гады, смотри. Мы не будем пока вступать в бой. Мне нужно еще немножко увеличиться. Ого, какой огромный. Не, нафиг. Я не буду с огромным. Блин, я же глаза не поставил. Можно еще глаза поставить. Чтобы наверняка видеть лучше. Хотя и с одним глазом я нормально, мне кажется. Тут все вижу. О, иди сюда. О, смотри. Когда увеличится, тогда вот этих поедать, короче. Всяких. О-о-о-о-о-о. Давай, давай, давай. Да, иди, иди. Все. Я понял, ребята. Не буду нападать на вас. Вы слишком еще огромные для меня. Понял. Хотел как лучше, но... К сожалению. Блин, плыви в одну сторону. Вот сюда, давайте поплыли. Мясо, 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 мясо. Давай на мясо. Вот еще мясо, конечно. Не, мышка, кстати, удобнее. Я просто указываю, куда ему плыть надо. Вроде поплывет быстро. Ё-моё, что здесь происходит? Блин, мясо бежало. Ладно. Хотел его съесть. Надо вот эту крокодилу, что сразу увеличится, смотри. Блин, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно. Эта фигня какая-то электрическим током бьется. Я не буду до нее плыть. Струя воды какая-то. Ох ты, гад! Смотри, что он сделал. О нет, о нет, о нет, уплываем отсюда. Быстрее, быстрее. Блин, он меня сейчас точно. Точно он, смотри, по мою душу полез. Сожрал, собака. Четко так еще сожрал меня. Офигеть. Он просто меня сожрал, ребята.